Сегодня в Чебоксарах с визитом побывала и первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в ПФО, на котором обсуждали повышение доступности медицинской помощи, а также успела посмотреть поликлинику в Новом Городе и республиканскую детскую больницу. О плюсах и минусах в системе здравоохранения, на которые обратила внимание заместитель министра, расскажет Татьяна Иванова. Поликлиника в Новом Городе открылась год назад. И здесь удалось воплотить все современные тенденции, которые активно внедряются во многих регионах России. Записаться на прием к врачу можно и по телефону, и в самой регистратуре, и по интернету. Наша задача сделать поликлинику удобной, доступной и понятной для пациента. Чтобы пациент мог спокойно записаться на прием, чтобы пациент не ждал в очереди, чтобы все диагностические исследования были доступны и соответствовали срокам программы государственных гарантий. Это очень важно, ведь мы все очень хорошо понимаем, что, в общем-то, поликлиника – это основа системы здравоохранения. Жители нового микрорайона в основном молодого и зрелого возраста. Они не так часто нуждаются в медицинской помощи. Но это не значит, что о докторе можно забыть. Сейчас серьезный акцент делается именно на профилактике болезни. Сколько возраст средний у вас на участке? Средний возраст, наверное, где-то будет 35 лет, потому что здесь молодое население. Молодое население? Да, и средний возраст это вот. А вы вот к вам после на диспансеризацию приглашаете? Приглашаем, да. Татьяна Яковлева – врач-педиатр. И проблемы детского здравоохранения имеют для нее первостепенное значение. И в поликлинике Нового Города, и в республиканской детской больнице гостья оценила принципы оказания медицинской помощи детям. Оснащение реанимационного отделения и консультативную поликлинику, отремонтированную в этом году на средства из резервного фонда президента. Мне очень нравится, что в Чувашии очень хорошо сегодня идет именно первичное звено. Снижают смертность, делают человека здоровым, это первичное звено. Это участковые терапевты, участковые педиатры, это ФАПы наши, фельдшера, да? Потому что если они вовремя заметят болезнь, тогда не нужно и никаких медицины высоких технологий. Человек будет здоровый. Самое главное у нас сегодня, к сожалению, причина в Российской Федерации – это по смертности, поздняя обращаемость населения к врачу. Заболело сердце? Да подожду, пройдет. Да дай валидольчик под язык положить. И не вызывают скорую помощь. И это общероссийская тенденция, с которой можно справиться только старыми проверенными методами – обучением пациентов. Как и везде в развитых странах, нам надо развивать медицинскую грамотность населения, не забывая о непрерывном обучении и самих медицинских работников, считают эксперты. Сегодня было подписано соглашение между Чувашским государственным университетом и нашим вузом о совместной работе по развитию системы здравоохранения республики. Обсуждение перспектив развития здравоохранения продолжилось уже на заседании Совета. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары.